понеслась. 6 утра подъехала баржа с маслом. Потом будет тяжелое топливо, еще одно тяжелое топливо, завтра дизельное топливо. Еще гости к нам в 8 утра приедут. Так что я побежал на палубу. Оказывается, не масло приехало, а тяжелое топливо. Нормально. Снова чек-лист надо делать. Что происходит? 1.5 суток я уже не спал. Первый раз забункеровался, там снова минус 12 тонн, договорились на минус 3. Нормально. Потом приехали эти мои старые товарищи судовладельцы, с ними походил по машине, подкатила баржа с запчастями. Сейчас вторая бункеровка, я, короче, нигде не успеваю, все, я побежал. Я тут набегами бегаю, бумаг, вообще вагон. Сейчас уже подъехало между бункеровками тяжелого топлива, масла. Еще нужно балласт вот этот ритмосистем запускать, но Дима туда пошел. С этими, со своими товарищами попрощался, с этими судовладельцами. Спросил их 2 раза, будете ли строить новые суда, я с удовольствием буду принимать. Но если нет, тогда тут буду меняться 4-4-4. В общем, испытываю наслаждение работой на этом пароходе. Вот и все. И потом еще будет скоро последняя бункеровка, самая последняя. Еще запчасти получили, я тут бегаю. Ну все, я дальше побежал. Сервер оказался с Ирана. Я ему тут кучу бумаг нанес. Это ужас. А он же все попрятал. И вот еще осталось BDN и последнее. По поводу топлива, замеров танков, мне всегда поверили на слово. Постоянно так происходит. Такая движуха уже идет, это кошмар. Вот я сижу, все эти недоделанные бумаги пишу. Вон куча банок, пломб. Мы уже 4 штуки внесли, сейчас еще осталось на 8 настучить. И вот этот, то, что мне принесли Fuel Sample Kit. Ну и заодно тут мой друг иранец строчит. Сервер. Нормально договорились, там то на 12 он кинул, то на 8. В итоге все написали, как оно в жизни есть. Я уже почти 1.5 суток не сплю. Тут там рассказывает сказки, что он по 3 дней не спит, ночей. И потом типа нормально себя чувствует. Я чувствую, я представляю, как я вечером завалюсь и, наверное, буду спать часов 12 минимум. Осталось собрать коробочки и положить пару сэмплов в них. Ну а вечером подъедет дизельное топливо. Снабжение получили. Водолазные костюмчики. Приходилось проверяющие, всегда что-то будут новое искать. Каждый день кто-то придет и что-то новенькое подыщет. Я уже все никакой. На последнем издыхании заканчиваю делать бумажки. Еще проблема с балласт вот этот ритмосистем. Все, сейчас доделаю. Последняя бункеровка придет и завалюсь спать. Завтра с утра отходим в Норвегию. Сервер чего-то не пришел, придется ему звонить, но я решил со своего телефона. Все равно цена-то небольшая. Наконец-то последняя баржа пришла. По своему не дозвонился, попробовал с этого, с судового. Нормально пошел разговор. Мы здесь находимся сейчас. Идет выгрузка. Завтра отход. Лоцман укатил, и сегодня мы постоим, начинаем стоять на якоре 2 дня в Роттердаме. Это просто красота. Господа, уже наступила полночь следующего дня. Я еще все еще не спал. Это куча бумаг и образцов топлива, сэмплов. Все уже в голове у меня попуталось. Пора идти спать. Я уже все, никакой. Сейчас будильник заведу на 8 утра. Дай бог, меня никто не разбудит. Всем спокойной ночи тоже. Не дали доспать. Разбудились ровно в 7 утра. Надо топливо считать. В 9 утра отходим. На улице дождь. Ну все уже.
Скоро будет до свидания, Роттердам. Привет, Норвегия. Надо с утра лазить, тут спэрпарсы разбирать. Вот по ящикам смотрю, где что осталось, пишу все заявки. И потом надо отправлять письмо. Голова уже немного. После бункировки приходит в себя. Стали мы на якорь до 25 числа, пошел, узнал на мост. Ну, думаю, пока прилягу передохнуть на пару часиков, потому что набегался вообще. Голова не очень соображает, лучше уже отдохнуть и потом заняться разгребанием этих бумажек. Ну, потом снова ж позвонили капитану, ну, я погнал обратно на мост. И такие новшества, значит, стоим до 25-го, потом идем в штуры, стюры. Норвегия, там приезжает СИТЭК-инспектор в помощь к нам, потому что ждем мы ветинг. Ветинг будет в Тарагоне, в Испании. И судовладельцы хотят вместе присутствовать, посмотреть, как экипаж будет это все проходить. Ну, экипаж это в основном я и капитан. Ну, и будет нам мозги компостировать, это сколько, 10 дней, 10-12. Тоже замечание напишет. Спокойные времена закончились. Нет этих больших переходов длинных, чтобы сидеть нормально, какой-то работой заниматься. Сейчас пока еще разнесем все эти запчасти, потому что такие громадные прислали, типа как гидролик мотор на винч, надо в Midship Store тащить. Потом еще год и два месяца назад я заказывал Critical Spare Parts, это Water Cooling Jacket на Main Engine Cylinder Head и Cylinder Liner. И импеллер на IG, бловер, и там даже по электродвигателю, и на главный тоже бловер, ну. Шинкаму заделаем, сейчас снова уже есть нечего, то что набрали после Америки, в Норвегии поможем повару еще заказать, так он собрался уже сваливать. Хотел сгущеночки взять, так нет, post-evaporated milk. И все, испаренное молоко. МОшные продукты. Помидоры сморщенные. А усы, кстати, на вкус вообще такие ужасные. Мягкие, фу. Дребедень. Что это за... А, тыква какая-то, редиска. Картошка зеленая, лук. Все. Какие макрель поймали. 50 штук. Это нет ее. Или вот это она. А вот это. А, вот она. Прикольно. Дома не брать даже. Боди, турмерик, куркума. Что у меня со зрением не вижу. Камбуз в запустении. Никого нет. Холодильник пустой. Пепси-кола, макароны. Я писаю всю захарную. Сыр вообще ужасно. Воск. Сосиски соленые. Колбаса это тоже, кстати, соленая. Нужно было съесть. Тут же такая заявка. Вон, сколько получили. И то еще надо дополнять. Всякие гарантии-клеймы. Уже ж гарантия закончилась, и пока что вот шипьярд из Южной Кореи присылает уже вдогонку, и все, потом вопрос с нами закрывает. Балласт вот этот Treatment System разваливается на ходу, там всю ночь гремел этот балласт, но я уже тоже не в силах был, что блокировка последняя. Пошел со вторым механиком, постоял по, около фильтра, там все гремит. Ну, я думал, как бы клапан там что-то глючит. А потом вообще окончательно одна секция фильтров заклинила, перестала проворачиваться. Дима электромеханик выключил этот электродвигатель. Как он, в принципе, хорошую идею он подсказал. Когда мы вытащим эти все фильтры из бочек этих громадных помпомий, выкинем за борт, тьфу-тьфу, и выкинем за борт то, что делать нельзя. Ну, сложим где-то в сторе или сдадим на металлолом. Не будет никакого сопротивления воды, и система будет работать нормально. Ну, до нас уже экипаж 30% выкинул одну секцию фильтра, теперь мы выкинем вторую, это будет по 33%, считай, 66% выкинем, потом примемся за второй фильтр. Так и будет
происходить, пока вся она не накроется медным тазом. А опыта работы с ней ни у кого нет. Но если бы они хотя бы прислали запчасти, хотя у нас гарантия 2 года от китайцев. Пока поспал 2 часа, проснулся, уже писем накидали, но сейчас посидел, пока поразгребал все это. Нормально, можно еще какие-то работы поделать. Будем композитный котел, прокладку дергать паровую завтра, сегодня немного его делаем депрешерайз, что занимает очень много времени. Thank you.